За последние сутки во Владимирской области выявлено 40 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 меньше, чем накануне. Госпитализировано 15. Это на 4 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 230. В лидерах по приросту Владимир – 6 заболевших за сутки. Муром и Гусь-Хрустальный на втором месте – 5. На третьем – Ковров и Кольчугино, где выявлено 4 заболевших. Летальных исходов 1. На 1 меньше, чем днем ранее. Общее количество погибших уже 3457. Число выздоровевших 51. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 146 560.